еще одна песня, на которой бы я хотел остановиться подробнее. Песня называется «Кукушка». Вы, наверное, все ее знаете. Когда я приехал в Афганистан, я с собой взял две книжки. Одна была книжка поэта Среднего Востока, «Рудаки». Вторая книжка была «Отзывается сердце», поэт Кочетков Виктор Иванович. Поэт-фронтовик, 1923 года рождения. Я особо подчеркиваю год рождения, потому что это год рождения выпускников школ 1941 года. Большая часть этих ребят сложила головы на войне. Это стихотворение, которое я взял за основу песни «Кукушка», называется «Весь просвечен заревой покой». Оно мне очень нравилось, я его перечитывал много. Вообще я в этой книге как-то пытался найти себя на войне. Ну, в результате я решил ее немножко переделать. Я дописал два куплета к этим стихам, подобрал мелодию, появилась песня «Кукушка». В 1991 году, когда я приехал в Москву на слет, будем говорить, бардов-афганцев, Игорь Озаренок, работник главпура Министерства обороны, организатор первых фестивалей афганской песни, организовал мне встречу в Центральном доме литераторов с Виктором Ивановичем. Это была, конечно, незабываемая для меня встреча, знаменательная. Мы с Виктором Ивановичем выпили по 100 грамм, и он написал вот свой автограф, оставил на этом сборнике. Вот. Здесь он поблагодарил меня за то, что он оказался причастным и к этой войне. Сейчас я хочу исполнить вам эту песню. «Кукушка». Выжженной земле спят три
русские солдаты. На афганской выжженной земле спят тревожно русские солдаты. Они тратят силы, не скупясь, им знакомы холод и усталость. Дни свои не копят про запас. Кто им скажет, сколько их осталось? Дни свои не прячут про запас. Кто им скажет, сколько их осталось? Так что ты, кукушка, погоди, мне дари чужую долю чью-то. У солдата вечность впереди, ты ее со старостью не путай. У солдата вечность впереди, ты ее со старостью не путай.